О, сыночек звонит. Алло. Мамочка, привет. Привет, как ты поживаешь, дорогой? Хорошо. Мама, мне нужна твоя помощь. Конечно, дорогой, сделаю все. Мне нужно файл с компьютера по почте отправить. Может, я тебе лучше компьютер по почте отправлю? Нет, мамочка, я в Европе на конференции, а нужный файл остался в домашнем компьютере. Где? В... Может, само рассосется. Чтоб ты мне был здоров. Алло. Мама, не бросай трубку, я буду тебе помогать. А, будешь помогать, да? Ага. Будешь помогать, значит, валерьянка понадобится. Мамочка, для начала нужно включить компьютер. А, включить, да. Ну и валидол тут на месте сложен. Мама, не переживай так сильно. Там ничего сложного. Я бы и сам это все сделал. Но у меня не открыт удаленный доступ. И мой IP не коннектится через прокси-сервер. Сыночка, а с кем ты сейчас разговаривал? С тобой, а что? Ты опять начал курить эту дрянь? Нет, мам, давай откроем компьютер. Господи, легко сказать, откроем. Как его открыть? Там надо крышечку потянуть. Крышечку потянуть. Крышечку потянуть, сына, когда ты тянешь крышечку, она... скрипит. Нет, она не должна скрипеть, мам. С другой стороны потяни. О, с другой? Ой, все. Все открыла. Открыла, молодец. Теперь ой, надо его включить. Там специальная кнопочка такая. Жень, тут кнопок до хрена. Мама, твоя кнопочка без надписей. А, без надписи, да? Нажала? Не включается, Жень. Это пробел, мама. Твоя кнопка справа вверху. Справа вверху. Включаю. О, Жень, включился. Умничка, мам. Да. Смотри, на рабочем столе лежит папка, видишь? Подожди, лежит папка. Так, открыла? Вот, открыла. Так, хорошо. Да. В ней файл. Файл. Жень, только он пустой. Как пустой? Там же отчет за декабрь должен быть. Жень, а он пустой. Я взяла папку на столе, а там файл пустой, все. А, фух, на столе. Мамочка, посмотри в компьютер. Видишь такие желтые значки? Они называются папки. Вот какие папки ты видишь? Я вижу одну папку 3x.